Здравствуйте, уважаемые зрители! Мы искренне рады приветствовать вас на нашем канале. Ежедневно мы рассказываем о непростых судьбах популярных людей и знаменитостей. Все чаще нас сотрясают новости об уходе популярных актеров, певцов, режиссеров, тех, кто выходил на сцену ради улыбок собственной публики. К нам по-прежнему продолжают поступать печальные новости из жизни наших любимых актеров. Буквально недавно стало известно, что не стало популярной певицы, солистки группы «Атом» Анны Сафроновой. Предварительной причиной смерти медики назвали тромбоз легких. Уход из жизни Анны Сафроновой стал настоящим шоком для музыкального сообщества. Группа «Атом» с момента своего образования была заметным явлением и во многом из-за своей солистки. Она была очень яркой личностью, и при жизни многие режиссеры вели с ней переговоры, предлагая участие в своих фильмах. Многие ее поклонники уже написали обращение к Андрею Малахову и Борису Корчевникову с просьбой сделать передачу памяти Анны Сафроновой. У известной исполнительницы было двое детей. Без матери осталось две маленькие дочери. В конце августа певице должно было исполниться 39 лет. Она оставила после себя десятки песен. Эти песни навсегда останутся важной частью музыкальной культуры.